по-мирному надо. Не знаю, сами не определились. Ukraynada mülkü geyim-geyinərək, qaçmaq istəyən işğalçı Rusiya ordusunun əsgərini Ukrayna ordusu yaralayaraq əsir götürüb. Hərbiçilərdən biri ona tibbi yardım göstərir. Yaralanmış Rus hərbiçiyə suallar verilir. O isə daha öncə Qarabağda sülhməramlı kimi xidmət etdiyini bildirib. Как зовут? Слава. Фамилия? Семья брата. Батальон? Первый батальон. Первый. Какой бригады? Название батальона полк. Как? Полк. 15-я бригада, 1-й батальон. Сколько лет тебе? 26. Ты сам откуда? Самара. Понимаешь, где находишься? В какой стране ты сейчас? Да. В какой? Украине. Ну, смотри, если у тебя гепатит, я тебя помещаю на Самара. Они с Томск? А где спецу родилась? Не знаю ничего. Одевают, да, да. Самара. Там, видишь, это мужики, я сменку одел, потому что меня... тебе кто дал? Это я купил мускалат еще в Таджикистане, когда служил. Слышь, есть ли одноразовые перчатки свои? Не дашь его? Ну, у меня... Блять. А есть перчатки лично? Да, вы... Не турникет, а не, блядь. Практически могу быть одноразовые перчатки. Блядь, ай, блядь. Они с гепатитом не... Да, он... даже в армию, да это понял, целый, блядь, я сейчас спалю руки, нахуй. Я не знаю просто, когда это девка одна была, не знаю, не уверен, что. Город какой? Самара. Дай перчатки. Какой школе учился? Медицинская. В деревне учился. В какой деревне? Возьмите, говорит? Дайте перчатки одноразовые, медицинские. Громче деревня. Перчатки Евковы? Одноклассников зовут как? Фамилия, имя, двух первых по вашему голову, быстрее. Илья Ширин. Второго. Медик, бери перчатки. Вот, даю. Александр Путик. Девушку зовут как? Засильник взял девушку. Предыдущую девушку звали как? Гульнурму Хрисьянова. Воевал где? В каких участиях, в боевых действиях принимал участие? Миротворческая операция в Карабахе. Продолжайте, продолжайте. В составе какого подразделения? Миротворческой бригады. Миротворец хуев. Как кадыровцы относятся? Как кадыровцы относятся? Не знаю. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Перемога наша.